Наталья Комарова вручила бронзовые медали хоккеистам Югры. Наша команда завоевала третье место в Кубке Петрова. Традиционно сезон закрыли товарищеским матчем. И, как обычно, он прошел с элементами шоу. На лед вышли не только профессиональные хоккеисты, но и болельщики, воспитанники спортивных школ и даже талисман команды «Мамонт Пархом», который создавал праздничное настроение. Например, играя за условных синих, пытался украсть ворота, чтобы не допустить гола. Болельщики увидели не только медали Кубка Петрова, но и Кубок Шелкового пути, который еще на год продлил прописку в Ханты-Мансийске. В своем приветственном слове губернатор напомнил о болельщикам о рекордной серии побед «Мамонтов».